jungle. Я просто хочу еще раз напомнить, что эти передачи – это не учение, и даже, может быть, не проповеди. Очень часто это мое мнение. Конечно, я стараюсь, чтобы оно было в соответствии со Словом Божьим. И часто это те советы, которые помогли мне в жизни устоять в истине и развить правильные духовные привычки. Поэтому, когда мы говорим о молитве, очень часто люди, они задают тот же самый вопрос, который ученики задали Иисусу. Они сказали: научи нас молиться. Почему люди не молятся? Они не умеют молиться. Они просто не умеют молиться, либо они молятся как-то однообразно. И наша жизнь, она не может быть однообразной, какая бы она ни была, любое однообразие, оно надоест. Точно так же и в молитве. И поэтому, когда мы читаем Библию, мы видим, что Господь, Он учит нас, и ученики жили такой жизнью, что должны быть молитвы личные, но должны быть также молитвы общие. Когда Петр попал в темницу, написано, церковь, она молилась за него. Есть молитвы церкви. Очень важно участвовать в этих молитвах, потому что именно по этим молитвам Бог творит особенные чудеса. Но также Бог хочет лично с нами общаться, и чтобы мы имели тайную комнату. Иисус сказал, что зайди в комнату, закройся и поговори с Отцом, который в тайне. И Он, видящий тайное, воздаст тебе явно. Молитвенная жизнь – это то, что тайное, но то, что потом явно в нашей жизни проявляется. Молитва, она не является неверием. Молитва, наоборот, является верой. Я верю, что Бог в тайне, Он услышит меня, Он увидит то, что в моем сердце. Он услышит то, что я говорю Ему тогда, когда никто не слышит. И из того, что Бог слышит меня, я узнаю из того, что явно что-то меняется. Приходит какой-то ответ, какое-то чудо происходит. Поэтому я хочу, чтобы мы в своей жизни не пренебрегали этой большой привилегией. Один человек сказал, что Бог, Он на этой земле ничего не делает, как только отвечать на молитвы. Поэтому давайте мы будем молиться, и без молитвы даже невозможно спасение. Потому что написано, что всякий, кто призовет имя Господне, он спасется. И если вы хотите принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, то для этого надо помолиться. И давайте помолимся вместе, со мной. Я вам помогу. Просто повторите эти слова и скажите: «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, прости все мои грехи. Иисус Христос, войди в мое сердце. Я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес для моего оправдания. И поэтому я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя, и я принимаю верой то, что Ты слышишь меня и прощаешь меня. Я прощен, Иисус Христос, мой Господь. Аминь». Пусть Бог вас благословит.